Ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии обсудят также Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Глава российского государства около часа назад прибыл в Гоа. Основное внимание на переговорах Путина и Моди будет уделено сотрудничеству двух стран. Ожидается, что по итогам встречи будут подписаны около 20 контрактов в самых разных областях, от военно-технического сотрудничества до партнерства в атомной энергетике. На летном поле аэропорта Дабалим Путина приветствовали артисты, исполнившие национальный танец. После встречи с Моди Путин отправится на саммит БРИКС. Он стартует сегодня вечером.